Праздник «День спорта» отмечается в России с 1939 года. Физическое воспитание в жизни каждого человека имеет большое значение, ведь здоровье граждан является важнейшим достоянием любой нации. 7 апреля по всему Подмосковью стартовала первая молодежная утренняя пробежка. Организатором мероприятия является «Молодая гвардия». Проводим мероприятие в честь Дня ГТО «За здоровый образ жизни». Живем спортом, поэтому у нас намечается пробежка, зарядка, ну и какие-то упражнения на турниках, брусьях. На центральном стадионе с самого утра собрались любители спорта. И школьники, и студенты, и члены общественной палаты. Утренняя пробежка, по мнению специалистов, решение многих проблем. Ранние занятия спортом дают хорошую физическую форму и отличное настроение. Тренировка началась с разминки и продолжилась пробежкой по стадиону. Здесь нет проигравших и победителей. Здесь есть те, кто за здоровье. Образ жизни. Сегодня у нас Всемирный день здоровья, и, конечно, общественная палата Одинцовского района не смогла проигнорировать такую акцию, пробежку с утра. Была очень такая позитивная зарядка совместно с молодой гвардией. Вот поэтому сейчас даже еще голос, дыхание не восстановилось. Вот, пробежали, сделали такую прекрасную зарядку. Я считаю, что наоборот, должны поддерживать молодежь. Такие акции должны быть побольше, чтобы молодежь действительно находилась в кругу такой атмосферы, да, действительно за спорт. Спорт сейчас активно развивается, и особенно в Московской области. По словам организаторов, у молодежи достаточно свободного времени, которое тратится впустую, а его, как известно, лучше проводить с пользой. Участники утренней акции надеются на то, что такие совместные тренировки станут в Одинцово традиционными. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».